Давным-давно существовало прекрасное королевство. Но пришла тьма. В один день чума унесла жизни всех мужчин королевства. И монстры вновь вернулись. В королевстве остались лишь девушки. Они тренировались и смогли защитить королевство. Монстры были отброшены за пределы города, а королевство вернулось в прежнее русло. Но какое будущее у королевства без мужчин? Где-то в будущем. О, да, я спас свою задницу от землетрясения. В общем, приветище, это Винди Кингдом, и сегодня мы посмотрим на эту замечательную, прикольную игруху. И давай вернемся к радио. Я почувствовал землетрясение, ты как, в порядке? Да, я в порядке, я внутри. Пупок — это имя нашего персонажа, вот так вот я выгляжу, как аниме-пацан. Ладно, читаем дальше. Я читал, что Винди Кингдом очень богатое место, так что давай соберем здесь по-быстренькому золотишко и свалим, ага. Стопэ, погоди, мы вообще здесь как археологи, а не воришки. Блин, да ладно тебе, я просто пошутить решил над тобой. Да вообще здесь дофига ловушек, так что будь аккуратен. И попробуй найти старые документы об этом королевстве. Окей, я попытаюсь это сделать. Ну чё, погнали? Давай пылить в этом подземелье, в этой гробнице с золотишком. Чё я умею делать? Умею кувыркаться, конечно же, кувыркаться, куда же без этого. Умею скроллить, тем самым поворачивать камеры. Ага, всё понятно. Ух ты, месиво, тут было месиво, смотри, сколько кровищи. Господи, какая графика, как бликует огонь на крови. Боже мой, это шедевральная игруха. Что нужно еще от игры, где ты бегаешь, пылишь и наслаждаешься огнем? Что у нас тут еще? Ух ты, сундук! Ты посмотри, какой крутой сундук, открыть? Нет, он закрыт, его охраняет мощный архангел. По всей видимости, ключик где-то здесь должен быть, по-любому. О, смотри, там лава. И что там еще? И там какой-то мост, который нужно, по всей видимости, опустить, потому что без него никак... А, вот и ловушки! А, я тут пройти не могу. Вот первая ловушка была, через которую я не мог пройти. Вот это что, деревянная какая-то фигня. Ладно, неважно. Короче, о чем игруха? В чем вообще прикол? А, я загорелся, что ли? Нет, мне показалось. Нам нужно сейчас найти старый документ и выбраться отсюда. Но это не все. Дело в том, что когда мы выберемся, мы попадем в царство Винди, Винди Кингдом. И там... Как нам уже по предыстории сказали, только девушки. Мы будем единственным пацаном с тобой, который будет это королевство поднимать. Естественно, мы будем с тобой крутым фермером. Мы будем строить ферму, крафтить там всякие оружие, инструменты для фермерства. А вот, кстати, ключик. Ключик собираем. По всей видимости, этот ключ откроет нам сундук. Ну, как ты понял от моего шикарнейшего описания, мы будем удивлять девчонок. Так. Открываем этот сундук. Забираем старинные документы. И ёкарный! Твою ж налево, снова землетрясение. Ты нашел документы? Да, я нашел их. Отличная работа, а теперь давай сваливай туда. О, черт! Я застрял! Я не могу двигаться! Ух ты, портал! Ага, ну вот, собственно, то самое королевство, которое я видел на трейлере. Трейлере, как правильно сказать, не знаю. Пацан, давай вставай. Эй, пупок. Хватит нюхать землю. По всей видимости, мы ждем вот эту девчулю, которая подойдет и поцелует нас. И оживит. Эй, ты в порядке? Ты можешь двигаться? О, нифига себе. Я уже в ее квартирке. На кроватке ее валяюсь. О, отлично, ты проснулся. Как ты себя чувствуешь? Моя башка, она раскалывается. И вообще, где я?
Не беспокойся, ты у меня дома. Винди Кингдом. Был большой шторм день назад. И, по всей видимости, ты потерял сознание, когда возвращался домой. Невероятно! Это реально Винди Кингдом? Получается, я вернулся в прошлое? Так получается, ты из другого места? Какой сюрприз! После той страшной чумы я впервые вижу мужчину в нашем королевстве. Погоди, чума? Какая чума? Да, дело в том, что 20 лет назад в королевство пришла страшная чума, которая поразила всех мужчин и убила их. И вообще это так странно, что все женщины все еще здоровы. Население королевства, конечно же, снижается из-за того, что нет мужчин, а монстры возвращаются все больше и больше. И нам с каждым разом все становится сложнее и сложнее бороться с ними. А, точно. Я читал в тех старинных документах об истории вашего королевства. Но вообще там смутно говорится о том, что произошло. Но я чертовски хочу узнать об этом. Мне нужно было сделать это раньше, простите меня. Я археолог. Очень приятно, а я Элли. И я врач. Ты можешь встать? Я хочу отвезти тебя навстречу. К человеку, который должен знать больше об этом королевстве, чем я. Да я вообще в порядке, так что погнали. О, шикарно, мы снова на своих двух. Отлично. Погнали. Погнали до той... твоей подруженцы. А чё ты такая медленная, а? Я уже вышел. Надеюсь, ты тоже сейчас выйдешь. О, блин, её ещё нету. Офигеть, она долгая. О, наконец, давай, погнали. Я драпаю, смотри, как я пылю. Почему ты идёшь? Надо бежать. Можно тебя подтолкнуть? О, её толкать можно. Ладно, я тебе сейчас помогу. А зачем ты меня в лес вообще вывела? Ты хочешь меня мочкануть? Обалдеть. Вот это я что-то не подрасчитал момент. А, вот, смотри, там фермер есть. Мы к этой подружке идем. Так. Здорово. Я думаю, что я читать вот эти все диалоги не буду. Короче, сейчас я быстренько пролистаю, посмотрю, что она там скажет. Ну, короче, нас познакомили, и эта милая дама отдала вот эту хижину, которая слева от нее, мне. И это мой дом. День первый. Оу, с добрым утречком. Мой дом! Шикарно! Я правда не знаю, я был в будущем, сейчас я вернулся в прошлое. Это, конечно, наверное, стрёмно, да, то, что ты живешь в средневековье каком-то. Котлы, нет электроплиты, тут мешочек какой-то валяется. А, туториал. Типа мы можем варить себе супы, чтобы поднимать энергию, здоровье и не голодать. Шишки поднимают энергию. Хорошо. Давай попробуем что-нибудь сварить. А что я вообще поднял? У меня что-нибудь есть? А, я поднял, короче, какие-то ягоды, шишки и прочую всякую ерунду. Я могу сделать шашлык, шашлык из грибов. Суп сварить и какие-то пряники есть. Ну, короче, у меня ничего нет, ингредиентов никаких нет, чтобы я мог это изготовить. Поэтому вываливаем свой зад из этого помещения. О, да, мы на свежем воздухе. Так, у нас есть квест. Мне нужно найти Мэй. Ну, ладно, пойдем. Пойдем в гости к Мэй снова. Мэй! Нифига себе у тебя хоромы. Это вообще законно? По-моему, ты живешь не хуже, чем арабский какой-то шейх. Я надеюсь, что у меня тоже потом в будущем будут такие хоромы. Да, пополдаем с Мэй. Итак. Привет, отличный день. Да, поговорим о квесте давай. Кстати, я мог с ней еще поторговать. Доброе утречко. Как вы себя чувствуете? Да, вроде норм. Сперва нам нужно скрафтить для вас фермерские инструменты. Обратитесь к Мэри из кузницы, чтобы вам помочь. Ну вот, ладно. Пойдем к Мэри. Сейчас мы перезнакомимся тут со здешними девчонками. У меня будут связи. Интересно, тут есть девчонки полицейские? Я бы вначале хотел затусить с полицейскими, чтобы, если что, закон меня не преследовал. Так, вот она, кузница. Отлично. Сейчас нам выдадут инструменты, я надеюсь. Блин, вот эта кузница, ты посмотри. У них магазины больше, чем мой дом. Это незаконно. Меня обделили как мужчин. О, господи, смотри, какая Мэриэл. Вот это она мощная. Слушай, я не удивлен, что в этом царстве пацаны не нужны, в принципе, были. Так, насчет квеста, я хочу научиться делать инструменты. Hey, hello. Ты тот самый пацан из будущего? Мэй мне говорила о тебе. Итак, сперва тебе нужно узнать, как скрафтить фермерские инструменты. Ну, конечно, надо. И для этого тебе понадобится найти дерево, камень и сделать из этого топор. Ага, то есть мне надо драпать в лесок и искать там себе камни, деревяшечки, палочки. Ну хорошо, тут в принципе лес недалеко.
А, ну да, тут моя ферма же находится, точно. Я ж отсюда пришел. О, кстати, а вот деревяшечки, смотри-ка. Собираем все это в наш... Не знаю, что, рюкзака у меня нет, но, по всей видимости, в карманы. Грибочки, отлично. Может быть, я шашлык из грибов сделаю. Мухоморы. По всей видимости, они здесь съедобные, раз я их умею собирать. Так, ягодки. Вот камни валяются, камни соберем. Отлично, у нас уже... Сколько у нас там, чего там? Как открыть этот? Так, во! Шаг первый. Нажми M, чтобы открыть карту. Найти ветки и камни. Ну, как бы вот карта. Вот мой хаус. Вот это фермерская территория. Это вся моя территория здоровая, которую мне нужно охранять. Так, хорошо. Дальше мне нужно нажать B, и я смогу крафтить оружие. Вот, мне нужен топорик. Нужно еще 4 ветки и 3 камня. Не вопрос, вообще. Без B. Хоп, камушек. Деревяшечка моя. Я сделаю из тебя буратино. Да, не, шучу. Конечно же, я сделал топорик. Ну что, пацан, я рукастый. Я вроде все собрал. И я могу сделать себе топорик. Отлично. Вот такой вот шикарный топорик у нас есть. Че, как мне его заюзать? О, смотри, я могу бить кулаками. Шикардос. Так, ладно. По всей видимости, мне этот топорик надо отнести Мэрили. И как там ее зовут? Ну, короче, мужеподобная тетка. Ей дать этот топорик. Она заценит, скажет, что я крутой пацан. Мерлин! Марля! Буду звать ее Марля. Я притащил тебе топорик. Так, нужно перенести сюда топорик, чтобы она мне дала 100 монет. Нифига себе, я уже продавать начал. Круто. Отличная работа, классный топорик. Если тебе интересно, я продаю базовую экипировку. Чтобы лучше бороться с монстрами, конечно же, нужно хорошо экипироваться. Но сперва попробуй сделать оружие сам. Пойти в лес и сразиться с монстрами. Ладно, пойдем сейчас, короче, сделаем себе меч. Или не меч. Что мы там можем сделать? Давай посмотрим. Я могу сделать из оружия оружие. Вот оружие. Ну да, меч. Деревянный меч. Чтобы мне его сделать, мне нужно деревянное бревно и палки. Господи, вечно я начинаю во всяких RPG с деревянного меча. Итак, достаем свой топорик. Вот так вот, кидаем его вот сюда, по всей видимости. Вот я его достал. И начинаем рубить деревья. Кия! Падай, дерево! Сколько тебя можно рубить? Наконец-то, дерево упало, 2 бревна, 2 веточки. Но этого маловато. Отлично, еще одно дерево свалилось. Итак, там было 3 бревна и 1 веточка. Давай посмотрим, по бревнам все? Да, по бревнам все, веточки остались. А, так все, 5 веток. У меня есть 5 веток. Веток. Делаем себе крутой меч. Вот он, меч. Одеваем. Я жесткий пацанчик. Опасный, я бы даже сказал. Так, мы скрафтили себе акс, срубили дерево, сделали себе деревянный меч. Теперь нужно идти в лес и одолеть там слизняков. Вот такие вот слизняки, зелененькие. А куда нам вообще драпать-то? Где этот лес? А, вот лес, внизу находится. Ну хорошо, пошли в лес. Ну вот, пришлепали мы в лес. Ну не совсем в лес, туда нужно телепортнуться. Тут вот есть такой вот телепорт, камень и чувак, читающий книгу. В общем, встаем, тут даже написано, если ты левел 1 до 10, то ты можешь телепортнуться, окей. О, мы телепортнулись, а вот и слизни. Слизни, подожди, зайчики бегают, прикольный здесь. Ладно, пойдем наваляем люлях. О, смотри, это, наверное, элитный, он как-то светится странно. Так, иди сюда, мне нужно тебе навалять. По твоей тыкве, зеленый. Больше похож он на какую-то капусту или, может быть, на соплю, я не знаю. Слизнюк. Получай. Ты что такой бессмертный-то? Сколько тебе урона нанести нужно, чтобы ты лопнул? Капец, там смотри, бригада его бежит мне насувать грибных люлях. Так, хорошо. Я сейчас оббегу всех. Вот так вот. На тебе! Наконец-то я его шлепнул. Ух ты, монеточки. Квест выполнен. Здорово! Надо отсюда валить, а то здесь... Подожди, нет, давай мы грибу попробуем еще навалять. И будем бежать отсюда. Так... О, а гриб-то вообще дохленький. И грибочек с него выпал. Можно бабла поднять здесь. Так, ладно. Вот еще вот этого зелененького попробуем шандарахнуть. Ну, зелененький чуть поплотнее был. Ну, в принципе, все. Mission complete. Можно отсюда валить. А можно, в принципе, деньжат набрать. Сейчас попробуем свалить. А, смотри, свалить тебе не получится. Нужно убить чувака, с которого выпадет магический свиток. Вот так-то. То есть, чтобы отсюда телепортнуться, нужен еще какой-то свиток. Скорее всего, он вот в этом грибе. Грибочек золотой. Дай-ка мне свиток, чтобы выбраться отсюда. Меня окружают, но я вывожу всех. О, какая-то фигня выпала.
Свиток мне дай. А, он меня укусил. Интересно, чем он меня укусил? Ртом, наверное, своим. Которого у него нет. Да что такое-то? Опять укусил. Ты чё такой мощный-то? Ты сдохнешь или нет? О, свиток выпал, отлично. Блин, вот это мне фартануло. А если бы свиток за текстуры завалился, как монеточки, и как сам гриб, то все, я бы здесь на всю жизнь остался. Короче, уйчо, сдох мой меч, набрал немножечко деньжищ, можно отсюда сваливать. Эй, кузнец, я выполнил твой квестчен. Дай поболтаем. Я все сделал, что ты мне подаришь? 100 монет, отлично. Теперь давай поболтаем с ней о том, что я хочу купить у нее обмундирование. Открой-ка свой магазинчик. Тьфу ты, блин, это обмундирование? Серьезно? Она продает все то, что я могу сделать. Я думал, тут доспехи будут. Ну, понятно. Пошли отсюда. Надо теперь поболтать с Май. Майка, привет. Майка. Майка. Че расскажешь, чем поделишься? Невероятно, ты смог сделать инструменты для фермерства. Кто бы сомневался, я же мужик все-таки. Короче, теперь она сказала, иди-ка сделаю себе молот и раскали камни. Давай посмотрим, что там нужно для молота. Молот, вот он. А камни и ветки. Нужно дофигища просто камней, а веточек всего 2. Что ж, давай собирать. Ну вот, усо, камни собраны. Могу сделать себе молот, мощный молот, есть. И давай попробуем сломать теперь при помощи этого молота огромные камни, вот, например. Вот эти камни есть, одеваем молот, давай долбить. Ой, энергия заканчивается, совсем забыл про это. Но у нас есть с тобой шишки, давай шишек поедим. Они дают энергии, мы это узнали еще с самого начала. Камни вывалились, я сломал камень здоровенный, шикардос. Давай его доломаем окончательно. Вот так вот. Вот и нет камня. Он разрушен полностью. Что там еще дальше по квесту? Сделать тяпку. Что там нужно для тяпки? Для тяпки нам нужно бревно, ветка и камни. Камни навалом. Давай срубим теперь дерево, чтобы у нас было бревно. Шикарно, сколько с него веток-то выпало. Так, отлично, бревна собраны. Можно сделать эту культяпку-тяпку. Она у нас готова. Пойдем попробуем этой культяпкой теперь, ну не знаю, выкорчевать вот эти вот пеньки. Можно выкорчевать? А, не, я землю и копаю прям. Прям нормально так копаю. И чё я могу сделать? Короче, я вспахал землю, и значит я могу туда что-то посадить. Прикольненько. Так, давай посмотрим по квесту, что там дальше нужно. А, прийти к Марии. Ну ладно, возвращаемся к Марике. Маша, Машенька, Машуня. Я теперь умею возделывать земли. Надеюсь, что следующим шагом я смогу что-то посадить в эти земли. А, она спит, смотри-ка. Магазин закрыт. 17 до 6 утра. Ладно, пойдем свой хаос подрыхнем, а потом придем к Машке. Я снова в своем доме. Шикарно. Надо бы поспать до самого утра, сохранить, конечно же, игру. И поспать. День 2. Машка, Машенька, Машуня, есть что пожрать, а? У меня только ягоды с грибами сырыми. А, она говорит, типа, давай-ка мне свою тяпку, а я тебе дам семена. Ну ладно, держи. Держи несколько семян. Я научу, как их выращивать и собирать. Ну, это, конечно, очень здорово. Я уже давно хотел что-нибудь посадить и пойду, пожалуй, это сейчас сделаю. Конечно же, сажать я буду возле своего дома. Например, о, тут двери какие-то есть, смотри. Что за дверь? Интересно. Короче, давай-ка я начну вот здесь вот полоть квадратик. Вот такой вот. И посажу тут 2 семечки. Я не знаю, что там вырастет. Что это вообще за семена такие? Специальные бобы. Растут один день. Ну хорошо. Вот, мы распололи 2 грядки. Теперь я хочу посадить сюда бобы. Вот. И сюда бобы. По-моему, они воняют. Тебе так не кажется? Прям смотри, как благоухают. Вот, отлично. Теперь, наверное, мне их полить нужно или нет? Есть у меня? Да, лейка есть. Но для ее изготовления нужно 8 бревен еще. Ладно, пойду срублю дерево. Отцо! Все бревна собран. Делаем быстренько леечку. И давай плево. Одна лейка? Странно как-то. Нет воды. Ну, давай подойдем сюда и наберем. Вот так вот. А, это я переставить могу. Ого, нифига себе, я могу переставить. Круто, конечно. Но, пожалуй, пусть здесь будет. Как мне набрать воды?
А, наверное, перенести вот так вот. Во! Ворк. Отлично, лейка набрана. Забираем. Теперь давай польем наши бобы. Как я это должен сделать? Как-то кривенько. Очень криво, пацан. Ты всю воду не туда выливаешь. Тоже криво, да, по-моему? Да что ж такое-то, а? Вот, наконец-то полил одни бобы. По-моему, я их залил вообще. И теперь другие бобы. Отлично. Но все, теперь нужно денек подождать, и они вырастут. Но что вырастет, я шиш знает. Ну, по-любому, что недельно. Но об этом ты уже узнаешь в следующей серии, поэтому, если тебе понравилось, то с тебя лайк. Конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну и, в принципе, все. Пока. Увидимся в следующем видео.